Привет, друзья, уважаемые подписчики и гости наших каналов. С вами Лур и Даев, и мы продолжаем строить наш корабль, чтобы лететь к красивым-красивым звездам. Вот стоит Лур, помахай мне ручкой. Привет. Помахай маме ручкой. И поздоровайся. Всем привет-привет. Мы продолжаем строить наш корабль, который, в принципе, внешне и по идее получается неплохим. Я очень хочу, чтобы он все-таки полетел. Вот. Мы хотим, чтобы он полетел, иначе будет не очень. Иначе он не полетит, да? Да. Иначе мы будем в печали. Слушай, ты у нас любитель устанавливать эти... Чего? Улучшалки. Сделал доброе дело. Поставь улучшалки, я терпеть не могу. Окей. Ты не любишь крутить блоки, я знаю. Нет, с кручением блоков у меня все в порядке. И хрен с ним, да? Кручу я, кстати, переназначил у себе и сделал это очень удобно. Кручу переназначил Виктор. Я себе на нумлок. Ага. Вот все кручения. И стало так. Очень... Ставим модуль эффективности, правильно? Мы же хотим побольше руды, чтобы получилось. Мы хотим, чтобы побыстрее она делалась, потому что нам собирать гигантский корабль. То есть тебе нужна скорость, а не... Да, только скорость. Только скорость, тогда продуктивность. Руды у нас там хватит. Где они? Продуктивности. А может 50 на 50 сделать? Продуктивность и эффективность. Да не нужна тебе эффективность, что ты там будешь? Ну, и побольше платины на карте. Еще один ассемблер воткнем, если что. Кстати, мы можем. Вот сюда. Не, дело не в ассемблерах. Дело в том, что, допустим, если ты ставишь эффективность, из одной тонны руды получается больше платины, допустим. Это ассемблер. Или ты про рефайнери? Про рефайнери, я говорю. Ты ассемблер поставь, а то я тебе сейчас вход закрою. На ассемблер, уже да, поставил, продуктивности. Да, я у тебя про ассемблер спрашивал. Точнее, рефайнеры. На ассемблер, конечно, продуктивность ставится тут. А вот это вот что-то не работает. А, все понятно. На, не лентяничай. Ой. Слушай, мне с каждой секундой мой корабль нравится все больше и больше. Наш, простите. Ага. Простите, пожалуйста. Ничего, так. А, ты ж там можешь вылезти. Могу. Я сейчас замурую здесь. Криокапсулу. В крайнем случае сделаю харакири. И харакири. Да. Он сделал харакири. Так, на ассемблер я поставил. Теперь вопрос идет об рефайнере. Ты же уже все воткнул. Нет, на рефайнере давай решать. Нам нужно количество. Да или спилим, да установим. Мы нань будем сюда ставить? На нитью сюда? На нитью сюда? Думаю, нет. Почему? Хочешь руками целый корабль варить? Блин. Нет, дело в том, что... Она очень красиво смотрится на втором этаже, кстати. А тогда зачем нам эти ворота нужны, скажи? Не, мы ее сюда воткнуть сможем, но у нас уже площадки не будет для строительства. Нам придется сразу, как только мы долетели, этот... Посмотри, как мне красиво на ней здесь стоит на втором этаже. О, даже с улучшалками. А, вот даже на второй этаж можно поставить. На второй этаж можно, согласен. Развернуть ее к командному пункту. Прямо вот по центру вот сюда. Оп. Угу, да, можно. И вообще будет волшебно. Просто сейчас ты ее соберет Нанька. Угу. Нанька соберет Наньку. Ого. Забавно получится. Ну давай, ставь. Думаю, что вот так вот. И здесь как раз вот с этого конвейера мы ее зацепим. А у меня есть предложение. Ну-ка, трави. Может мы спилим. А у нее снизу есть, по-моему, пипка. Да, пипка есть. Давай спилим вот эту. Опа. Давай. Да, вот эти блоки спилим и поставим ее наравне. А как мы улучшалки будем делать? Наравне это, чтобы она тебя током била, да? Каждый раз. Ну да, ты прав. Ладно. Когда ты будешь через нее пробегать? Окей. Да, не. А то я вас знаю. Током бить. Окей. Да, так, в принципе, мы снаружи сможем. Просто улучшалки мы бы тоже ставили, как бы. Что-нибудь сюда бы еще бы запихать. А, да, ты прав. Место хорошее пропадает. Ладно. Реакторы. А, они будут без... Вот сюда я могу, кстати, воткнуть... Два реактора.
Лур. Куда-куда? Я... Ты желаешь два реактора? Да, два в малых конвейерной реактора. системе. Самое то. В крайнем случае даже можно третьего, если что. Так, вот ты где. Да. Конвейеры, два реактора, даже три реактора. Ну да. Ты любитель реакторов. Да, я любитель самых что ни на есть жестких реакторов. Так. И энергетические бублики. Я строю окна с твоего разрешения уже. Нам надо побыстрее да. все. Я подумаю над вашим предложением, конечно. Ты здесь как... оконные. Так. Слушай, мы их даже 5 можем реакторов построить. Что-то у меня твой максимализм заразен. Не-не, ну 5 реакторов это слишком. Главное, чтобы в этом был смысл, понимаешь? Мы этот корабль будем разбирать и строить из него, или может не будем Нани там на поверхности мутить? Ты думаешь? Нани на поверхности? В смысле? Ну, в смысле, на космосе. В космосе. Не, давай, давай. Будем, да? Угу. Короче, я увлекся и сделал 5 реакторов. То есть Нанику нам лучше с собой забрать. А то есть сделать здесь и. Вот. Там. Думаешь, да? Да. Лучше на корабль. Короче, 5 реакторов. А, вылезти? Просто на нем мы не будем все время включать, понимаешь? Мы ее будем. Что? Что там, боже? Ай, ну, ауху, дорогой. Я смогу вот к этой гудрогене попасть? А, попадаю, блин. А, наполни меня полностью. А, принеси, пожалуйста. Ты там застрял? Хоть килограмм. Льда. Килограмм льда? Да. Сейчас. А то я сейчас тут пол корабля распилю. Так. Лёд. Я пока тут с панели управления. Так, у нас эти-то, надеюсь, выключены все. 2,7. Так. Сэм. Ты сам себя замуровал, походу. Да я не замуровал сам себя, я сам себя лишил водорода. А, да, я и замуровал себя еще. Молодец. Если кинуть большой контейнер. Все, можешь уже ничего не делать, потому что я уже упал. Понятно. Тебе придется отпиливать, вылезать и. Ну, ты понял. Придется. Так, значит, это окно от меня. Нет, да. Что там, там, блин. Ку-ку. Так. А я все баллоны туда в нее положил. О, блин. Сейчас еще хрен заправимся. Пускайся. Ну, красивенько, но вот эти вот боковые бы блоки я бы, конечно, закруглил. Что-то она совсем у нас плоская какая-то. И так не кажется? Может, я вот сейчас нее снизу посмотрел, и она что-то совсем не теми блоками сделанная, не тем пальцем. Поехали. Как же я это не пропущу? Та-ра-та-та. Наклонная. Я иду шагаю по Москве. А, нет, это не для этого. Нам понадобится вот это. Уклон 1:1 наклонная. Так, я очень надеюсь на то, что это подойдет. Я с окнами, знаешь, сколько раньше мучился? Просто пипец, как мучился. Так, надо туда принести льда. 5 тонн я сейчас туда льда кину. Главное, чтобы двигатель у нас не заработали. И вот этот вот баллон выключить. Чё ты тут? О, у нас тут уже окна. Угу. Так, все, окна. Это правильно поставил. С той стороны хреначишь. Той, той. Вот, смотри, чё. Что я в этом разбираюсь, к счастью. Ой, ты. Так, чё относительно? Нани? Нани, нет, не. Так, мне нужна оп. Балка. Балка? У меня 4 штуки есть. А, нет, 118 штук, дать? Давай, дай, кидай сюда. Так. Пожалуйста. Под вашей же этой.
жизнью, так. Да, вашей жизнью. Текс. Знаешь, что меня смущает? Что? Что у нас до сих пор... Опа, уже слямзил кто-то лёд. Что такое? Наполнил баллон? Что-то тут гидроген ботлы, а куда их покидал? Что-то они в сборщике. Сборщик, ты пьян, иди домой. Знаешь, сколько у нас уран тогда я копал, пока тебя не было? Сколько? 875 и 251. То есть тонна урана у нас. Ого. Так, ого. Начинается. 8, да, это и не представляется, что так. 8. Что начинается-то? Оксиген-генератор куда-то дел лед. Оп. Так, связь, давай не тупи. Это и у меня лагнуло, кстати, не обращайте внимания, дорогие зрители. Жем подписчики. Где лед-то, блин? Так, так, не лагай. Я принес 5 тонн льда. Их положил в сундук. Сундук их сожрал. И, похоже, заправил какой-то из этих. А, я в ту сторону. Ебану, мать. А, нет, этот выключен. Затаримся балками. У нас лед пропал. Во, блин, а. Ладно, не суть. Так, что я хотел-то? Реактора я сделал, хотел подключить вот эту вот систему. Больше мне туда не надо. Так, такой у нас обновить. Компактный. Я, может быть, его даже и оставлю жить. Этот корабль. Мне жалко такой. Такое творчество человеческой мысли. Что у нас там Нанька выживает? Нанька потихонечку тут сама себя впиливает. Эх ты, нифига, не пора ли уже закругляться? Я как-то думал, он более покатый будет. Будет, будет, сейчас. Наискосок. Да, будет, не, ну, будет. Вот так вот. Смотри. Сейчас шлип из тебя жареный будет. Я очень надеюсь, что у меня получится то, что я задумал. Я в тебя даже, можно сказать, верю. Красота, ух, красота, она не влезет? Влезет, влезет. Спокойно влезет. Так, мне. Надо с этими окнами закончить. Тут есть одна загвоздка, я боюсь, что она будет иметь хватит место. Бояться строй, давай. Вот он, я боюсь, что у нас справа-левых трастеров нету. Вот это вот я боюсь, воистину. Значит, мы поставим вот так вот, схитрим. Значит, мы сделаем эту вот систему вот так. Ага, я тоже так подумал сделать. Какой ты умный. Так. Я и это сделал, а ты подумал. Так. Что-то у нас звучат одни таки. Так, так. А может быть так? Может быть не так? Вот сюда не будет выжигать нам? Корпус. Нет? Я думаю, что нет. Ты какой пипец получается. Кстати, еще снизу можно будет усилить право-левые, но это мы определим только когда взлетим. Mm-hmm. А, снизу у нас же право-левые в эту сторону. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сколько всего нужно только ради того, чтобы полететь, а? Жуть. Жуть. Ужас. И у нас даже сбалансированное количество трастеров на каждой стороне получается. Мы в этой серии не вылетим, нет? Нет. Нет, спасибо. Ты очень добрый мальчик. Ой, сейчас кто-нибудь смотрит, кто летал на водороде, наверное, ржет вообще вовсю. Ну, вообще-то... Не это... делаем. Ну, я бы не сказал, что он будет ржать прямо, хотя от человека зависит. Потому что я что-то сомневаюсь, что мы правильно рассчитываем объем водорода в баке и количество трастеров. Ты но думаешь, пока... недостаточно, что ли? Я думаю, что он выгорит секунд за 20 при таком количестве трастеров.
Не знаю, это я не знаю объем этого бака, поэтому я ничего вам сказать не могу на по этому поводу. Но как выглядит, мне нравится. С этим не поспоришь. Так, а вниз будем трастер добавлять, нет? Так, четвертый, пятый. Вот это вот не знаю, так. Нужна нам будет? Хотя я бы добавил, что-то я сомневаюсь, что нас эти два всего лишь поднимут. Запас, как говорит. Не, ну, два достаточно будет. Два, да-да-да. Когда мы минуем атмосферу... Когда мы минуем атмосферу, нам большие же нахрен не нужны будут. Мы на этих маленьких пшикалках свободно пролетим. Вот такой вот у меня ежик-пыжик получился. Ежик-пыжик. Где ты был? Нань уже охренел, наверное, строить. Надо и премию будет выписать. С кактусами. Так, я боюсь, что придется это выпиливать. Офигеть, что я тут построил. Я строю, он что-то там рушит. Уж простите. Я уже что-то как-то... А, вот тут прикольно, так вылетаешь, и тебе так... Пшш, страстер и сжигает. На шалике немножко разрушил она. А, настроил, да. Ой-ой-ой, у нас уже, вон, горят трастеры. Можно даже чем-то газануть. Не надо чем-то газовать. Что-то у нас на ней не строится, ничего не строится. А ты говоришь, этот, все эффективность нужна. Сейчас как метеором стоит. Как верб закрыть, а? Прямо вот смотри, летит. Вот он, сволочь. Нет, сняло. Он еще один летит. Прямо в эту. Нет. Нам еще насчет вооружения надо будет подумать. Да? Да, блин. Сверху точно надо будет поставить хотя бы одну турель. Вулькан. Вот. Какой вулькан? Все ваниль. Ваниль? Там метеор. А, хотя там есть метеор. Это мы так быстро себе весь газ потратим, да? Дайте мне хоть куда-нибудь. Не знаю, так. Нежненько. Интересно, правильно ли? Так, панель управления. Ну и что, тогда смотрим. Оксиген, понятно, понятно. How... Так, large. Сейчас посмотрим, как он расходует. Ну, в пассивном он никак не расходит. Как они горят, я не понимаю. Как они хоть называются-то? Неправильно. Дровен Бустерс. Выдро. Такой звук прикольный. Когда их зажигаешь. Прям прелесть. Блин, вот сделали бы более понятное стекло. То есть ты видел бы, какая страна затемнена, а какая нет. То есть это оп, фиг определишь. Задом наперед, задом наперед поставил, задом наперед поставил. Да, я знаю. А я бы верхние так затемненные поставил бы. Типа тонировано. Ну, если хочешь, я могу оставить. Ну, тогда вместе с нижними этим треугольничками-то, а то что, часть треугольничков такие, часть треугольничков такие, что ли? Ну, тогда да. И нижний ряд распиливай. Не-не-не, я думаю, что я поставлю все. Да. Надо либо а, обратное, вот-вот, это другое стекло, блин, я его это... Все, я понял. Ты меня не понял, вот смотри вот на это вот, это будет тонировано изнутри, чтобы нам солнышко не светило, когда мы спим. Когда мы спим, Дэйв, а мы не будем кровать спать. Сейчас поставлю. Что-то у нас Нань вообще... Боюсь рядом с тобой спать. Так. Ты там все. Все, все, я правильно поставил. Оно называется обратное, вот зачем. Все. Теперь даже уверен. Что у нас с производством? Ой, все. У нас железо и кобальт кончается. Сейчас кот, по-моему, за железом полетит. А это что, ничего не варит? Так, всё. Золото кончилось! Что делать будем?
Ну, что нам остается? Лететь за золотом? А у тебя да. есть меточка с золотом? Да, по-моему, сейчас. Сейчас я тебе ее отдам. У меня есть одна. Че, я пошел тогда. Ага. За золотом, иначе мы так это... Копировать в буфер. Enter. Держи. Так. Да? Интересно, это та же самая или не та же самая? Не удивлюсь, если та же самая. Но у меня тут ничего не появилось. Скорее всего, та же самая все-таки. Атлу и... Адреса. Так, осторожненько. Осторожненько. 10 минут еще строительство, имею в виду. Угу. Так что я должен вернуться, и ты должен уже улететь. Ты все-таки решил не строить верхний ряд затемненный, да? Да, да, пускай будут. Ну ладно. Не стильный у тебя будет. Ну хотя она и так у нас уже заниженная. Золото 2 километра. Сейчас это пустая будет точка, да? Возможно. Так, так он не ставится. Гад, 8. Так, посмотрим, что у нас здесь. Наклонная. Эх, забрать бы своего крота туда. Наклонная. Какая вещь. Куда, я уже куда? На нем себя чувствую, как в космос. Прям вбурился в астероид и забыл. Про все. Да, на свете. Так. На свете. На Маше. На Жене. На Маше. Ага, вижу голд. Хольд. Нужно больше золота. Построить зиккурат. Переходим в камеру. Ри-ти-ри-ти-ри-ти-ри-ти-ти. Тут и сильвер, кстати, под это. Подо мной. Мне говорят, что я вредный. Пипец. Убил бы. Шучу. Так, сюда. Это ли мне нужно вообще? А, вот что мне нужно. Так. Попробуй, ма, попробуй, чага-чага. Попробуй лицевое. Попробуй боковое окно. Да. Ты, по-моему, там уже бредишь. Стоило мне отлететь на секундочку. Уже какой-то приход. Главное, тот самый словить. Так, ну я просто немножко с окнами этот. Это я так рекламную паузу, чтобы молчания не было. Окнами. Угу. Хорошо, что у тебя там все с окнами. Так, по-другому у меня не получится. Может быть и можно было бы, но, блин, придется вот так ухищряться. Что лучше этого не делать. Где золото? Ага, я до золота дорылся. И это и есть враг. Ну, поворачивайся. Обратно. Что ли? Это что ли? Это дурной, что ли? Чё-то передние буры не хотят поворачиваться. Ну-ка, развернись. Так, всё с конца надо поставить. Раз. Два. Три. Все эти угловые. Так. Шесть. А, так это мне не нужно. Вот это тоже не нужно. И сам с собой правой рукой вел он беседу. Да. Что же мне остается-то делать? Парень, ты холостой. Молодой. Свет. Ну где мой волк? Раз, два. Рылся, галки. 5-6. Понятно, что тут делать. Так. Что-то бумцкнуло. Это не я. Не-не-не, это у меня. Тут же я же тебе говорил, что немножко загадили этот.
Где золото-то? Я что-то на него приземляюсь, оно ничего-то никак не роется. Задними копытцами сейчас золото нарою. Золото может слямзить. Представляешь, здесь были бы пираты, которые рыли бы ресурсы. Вот. Бегали бы с автоматами. И ты такой... Что-то я, по-моему, ни грамма золота не нарыл. Что-то один камень копаю. О, у меня что-то буры встали. Ой, у меня тоже. По-моему, у тебя этот... Ладно. Висим? Висим. 25 минут записали. Да. Может быть, твой комп решил, что хватит. Отвиснет? Не, ну на серию-то вполне нормально. На серии нормально. Мне еще хватает оперативной памяти. Все прекрасно. Но это все-таки не 10 минут записали, они обещали, что все пофиксили. Да, блин, верим, верим, блин, они как этот... Ну, может, разосремся, нет? Нет, у меня даже винты не шевелятся. А, мне кажется, лучше попрощаться со зрителями. Ну, как попрощаться, сказать пока. Вот. Ну, 26 минут серии, в принципе, прекрасно. Да. А, ну... Я еще надеюсь. Я надеюсь, Лур. Ну, зато надеется. Я... Камера тоже не крутится. Ну, я не знаю, что это такое. Кажется, я сглазил. Да. Или ты сглазил. Не знаю. Ну что ж, дорогие зрители, уважаемые подписчики и гости моего канала. Да. Наших каналов. Каналов, да. Да. С вами был Лур Идаев. Копаем, вылетаем. Строим, построим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, обязательно комментируйте, делитесь нашими видео, смотрите у него, приходите ко мне, смотрите у меня, приходите к нему и туда-сюда обратно. О, боже, как приятно. Да. С вами Урадаев, тебе слово. Все равно везде одинаково лагает, поэтому если у него лагает, смотрите у меня, если у меня, то у него смотрите. Поэтому или смотрите нас обоих, вот. Все-таки разное. Вот. Тоже желаю всем хороших выходных, еще раз отдохнуть. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем пока-пока.